Какой-то чертовый ублюдок к нам подвалил. Девчонка, мне сейчас не до этого отморозка. Прикройте меня, черт возьми. Иди ты, мать твою. А не хотите ли развлечься? Не уверен, что понял вас, черт возьми. Да потрахаемся, придурок. А нет, я хрен знает, зачем тут остановился. Ну, сейчас ведь все трахаются. Езжай с ним, мать твою. Езжай, иначе я разорву твою белую задницу в клочья. Да перестань, старый ублюдок. Садись в тачку, сучка. Садись, ублюдок, здесь я живу. Да, хиленькая у тебя нора. Я волочу здесь вашу задницу уже 2 года. Раньше жила в Беспределкино. И сколько платишь? 200 гребаных уе. А чё предки твои? А нет, бросили коньки уже давно. Меня вырастила бабушка старая карга. А хахаль есть? Был такой. Но мне не повезло с этим ублюдком. Вот подсел на иглу и драл меня каждый вечер. Это было невыносимо. И где этот ублюдок сейчас? В гребаной Голландии. Курит там всякую шмаль. У меня есть маленький 5-летний ублюдок. Он живет в гребаной деревне. Слушай, здесь гребаных 100 штук уе. Перестань заниматься этой хренотенью и, наконец, займись делом. Давай, бывай, черт возьми. Несите сюда свою задницу, сэр Джон. Простите, я не узнал вашу мерзкую морду, зато я узнал вашу. С какого хрена? Джон Засранский. Родились в 1965 году. Женаты. Ваша грёбаная сучка жена Матильда Швальц родилась в 1967, не так ли? Ваши грёбаные ублюдки Джордж и Лукас родились в 95-м и 97-м соответственно. Теперь простите, мой французский сутенёр. И это нормально? Да, черт возьми, жестянка заставила. Я хрен знает, чем только не занимался. Каплю бабки для завода. Сколько тебе дадут, ублюдок? Да хренище. Возможно, 90, 100 миллионов уе. Здесь гребаных 100 миллионов уе. Сам не знаю, как они тут уместились, но ты должен заняться всеми шлюхами в этом гребаном городе. В том числе рядом с увеселительными заведениями. Ты меня понял? Передать не могу весь разнообразный набор моих эмоций. Адьос, ублюдок.